Разработки на Луне. Двоякий вопрос такой вот, тоже непростой. С одной стороны, вот мне, тебе и 150 миллионам жителей нашей страны, ну вот как-то вот эти полезные ископаемые с Луны, ну, что-то мне подсказывает, не очень нужны, да? Нам нужно трехразовое питание какое-то более-менее качественное, да, удобная одежда, относительно чистый воздух, книги и все это что? Ну, вот нужно лететь на Луну, чтобы все это было? Это с одной стороны. Конечно же, конечно, нет. А с другой стороны, естественно, если мы этого не будем делать, то, ну, другие страны, там, Китай, Индия, Америка, она, конечно же, вот, займет всю Луну. И мы должны это делать только для того, чтобы другие все это не оттяпали. Как-то так. Но мне лично место, вот, месторождение на Луне, ну, есть хорошо, нет, ну, как-то... Мне кажется, я проживу без этого. Вот что-то мне подсказывает внутри. Но новых книг мне оттуда не привезут, да? Что чистый воздух мне тоже оттуда не привезут. И еды вкусной, полезной как-то тоже не будет. Не дождусь я. А месторождений у нас в стране много. Надо только с умом их как-то возделывать. Только всего. Пошли нахер.